значит, комитета по вот, установлению тарифов, вы тоже не горячитесь. На уровне правительства России Государственная Дума не приняла постановление и признана завышенные цены, взять, проанализировать, как они шли по стране, и после этого сделать выводы. Поэтому тут вот тоже прислушаемся, давайте, к правильной позиции губернатора. Есть вопросы, надо с людьми встретиться, обсудить их и исходить из этого. Спасибо большое.